знаю, есть психотерапия, есть психологи, есть психосоматика. Что такое лайф-коучинг? Лайф-коучинг — это такая методика, которая, в принципе, похожа на психологию, да, ну, вот, на работу психолога, когда к человеку приходишь, рассказываешь ему о своей проблеме, и тебе человек дает какую-то рекомендацию, помогает взглянуть на ситуацию под иным углом, и, собственно, вот возникает ясность, понимание, что вообще произошло либо когда-то, либо происходит сейчас. Коучинг отличается тем, во-первых, тем, что это более легкий и понятный способ для людей, это более быстрый способ решения проблем, и самое главное, это то, что мы работаем из точки сейчас, вот, из того состояния, в котором мы сейчас находимся, и, соответственно, смотрим в будущее, смотрим, что мы можем там в будущем сделать. Конечно, ко мне приходят люди, и мы можем разобрать какие-то ситуации прошлого, но на самом деле это не самое основное. Мой метод — это работа с эмоциями, страхами, состояниями. То есть не просто вот есть цели, я пойду к цели, там мы будем достигать вот этого всего очень сильно. То, что самое главное — это эмоциональное состояние, то, как себя человек ощущает в данной конкретной ситуации. И вот над этим и работаем. Коуч — это какой-то тренер, который чего-то там тренирует у кого-то зачем-то. Вот. Что-то, какой-то улучшатор вашей жизни. Так вот, лайф-коуч — это человек, который помогает решить вопросы, в принципе, касающиеся всех сфер вашей жизни. Не только про бизнес, правильно? Конечно, бизнес — это часть жизни. Только часть. Есть семья, есть, допустим, хобби, какие-то увлечения, много всего. Есть вопросы самоопределения, кто ты, что ты, куда ты идешь. То есть коучинг помогает решить вопросы, находящиеся на более каких-то базовых уровнях. Когда я говорю про эмоции, какой-то эмоциональный пласт, который может затрагивать одновременно и бизнес, и личную жизнь, и семью, и хобби одновременно, все вместе. И когда мы решаем эту конкретную проблему, связанную с эмоциями, получается, что мы решаем проблему в каждом отдельном вот случае, в каждой отдельной сфере жизни. То есть вот такая крутая штука. На самом деле я сама в восторге. И не могу этого скрыть.